Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я сотрудничаю с компанией Faberlic. Это моя рабочая страница. В этом видео я хочу вам рассказать, как нужно приводить свою страничку рабочую в нужный вид. То есть вы отправляете своим потенциальным клиентам, либо будущим бизнес-партнерам предложение присоединиться к компании Faberlic. И когда они к вам заходят на страницу, они видят, что у вас на странице в перемешку с вашими красивыми статусами, да, идет информация о том, что Татьяна Белич добавила друзей, добавила друзей. То есть такое ощущение, как будто она не занимается, Татьяна, не работает в компании Faberlic, а просто добавляет друзей пачками. Да? То есть это уже не интересно будет человеку, он просто посмотрит вашу ленту и выйдет. То есть как вот нужно сделать? Заходите к себе на страницу, нажимаете на свою фамилию, имя и немножко вниз пролистываем и смотрим. То есть вот смотрите, Татьяна Белич поставила статус, выставила картинку и пошла-поехала. Добавила друзья, добавила 4 друзей, кто такие друзья, да? То есть чтобы вот это вот не было, вы просто время от времени подчищаете свою страницу. Статусы оставляете. Просто удаляете всех, кого вы добавили. Очень часто бывает, что вы поставили класс, забыли об этом, либо кто-то вас отметил на какой-то страничке, на какой-то картинке. Этого тоже не нужно, чтобы она была на вашей странице, поэтому вы вот это вот все, лишнюю информацию удаляете, подчищаете. И когда человек зайдет к вам на страницу поинтересоваться вашей жизнью, да, оно увидит, что у вас все в порядке на странице, именно она работает серьезно, очень красивые статусы, страница живая, не просто тупо добавляются картинки и так далее, да. Все, дошли до конца, больше не высвечивается, поднимаемся вниз, обновляем страницу и смотрим. Опять нажимаем на фамилию, имя и немножко просматриваем, что у нас осталось. А у нас осталось, что тут статус, потом картинка, потом еще статус, фотографии, там еще какой-то статус. То есть картинка живая. Так как у меня эта страница более молодая, потому что друзей еще маловато, группы, заметки. А дальше что я делаю? У меня своя группа есть в Faberlic Online, я ее веду. Периодически я стараюсь обновлять каждый день информацию. Вот она у меня в группе. Она у меня уже раскрученная, 1721 участник. И вы, когда, если у вас есть группа, вы можете в группу выставлять свои какие-то статусы, заметки, ленту обновлять и просто вы просто делитесь, то есть с рабочей странички, делитесь с друзьями и давайте посмотрим, что у нас получилось в итоге. Мы опять заходим к себе в ленту и смотрим, что я поставила, поделилась темой Faberlic Online. Ну, естественно, Faberlic Online группа моя, поэтому я могу поделиться. И вот таким вот образом вы насыщаете свою страницу важной информацией. Когда человек зайдет к вам на страничку, он увидит, что у вас страница живая, каждый день что-то обновляется, каждый день приходят люди и смотрят. Также я захожу в группу свою, опять же, и с каждой группы я делаю просто пригласить друзей, выделить всех и пригласить. Человек увидит от меня приглашение, он зайдет ко мне и опять попадет же на мою ленту. Ему будет интересно посмотреть, что у меня находится в ленте. Поэтому будьте интересны, чистите свою историю в Одноклассниках. И много-много вам регистраций. Всего вам доброго. До свидания в следующих видео. Если вы еще не подписаны на мой канал YouTube,
Подписывайтесь, если вы еще не зарегистрированы в компании Faberlic. Присоединяйтесь, ссылка под видео. Добро пожаловать на международный интернет-проект Faberlic Online.